немножко похолодало, но он так интересно рассказывает. Станция, где изучают птичек. Основная цель, конечно, это изучить миграцию птиц. Но он с таким энтузиазмом это все рассказывает. Я думаю, что ему понравилась эта экскурсия. Для чего изучают? Для того, чтобы понять, сколько птиц у нас живет. Какие у них кольцо будут, они управляют, следят за их миграцией. Вот. Сейчас как раз сезон, весна, сезон миграции птиц. Кто-то уже прилетел, кто-то собирается прилетать. И так целый год. Миграция птиц происходит круглогодично, как он сказал. Единственное, пару недель, это в конце декабря, в начале января, они отмечают Новый год. Нужно ли говорить людям правду прямо в лицо? В Евангелии есть такая фраза: «Правда сделает тебя свободным». И мне кажется, что это действительно так. Если говорить людям правду, вы знаете, мне один человек сказал, что... Лучше пускай кровать будет полупустой, чем заполнять ее всяким сбродом. Лучше пускай кровать будет полупустой. Если кто-то по-настоящему хочет быть с вами, он охотно приложит максимум усилий. ...тебя свободным. И мне кажется, что это действительно так. Если говорить людям правду прямо в лицо, то правда... сделает тебя свободным. В первую очередь от того человека, которому ты говоришь правду в лицо. Понимаете, мне кажется, что основная проблема в том, что мы путаем статус правды. Кажется, что мы говорим человеку правду прямо в лицо. А на самом деле мы прямо в лицо говорим ему свое мнение. Потому что то, что мы считаем правдой, это на самом деле просто наше мнение. Как бы вы в нем уверены не были. Поэтому спрашивать себя нужно не о том, говорить ли человеку правду в лицо, а спрашивать себя нужно о том, нужно ли человеку мое мнение, нужно ли его вот в этот момент человеку высказывать, поможет ли мое мнение этому человеку. И если задавать вопрос таким образом, то сразу становится понятен ответ.